Всем привет! Добро пожаловать на мой второй урок. В этом уроке я расскажу, как я оформляю свои брови. У меня уже нанесен тональный крем. Если вы хотите посмотреть, как я наношу тональный крем, то вы можете вернуться в мой первый урок, и я вам там покажу. Поехали! Я буду использовать скошенную кисточку от Анастасии Beverly Hills. Первый шаг – это расчесать брови щеткой и уложить их по росту волос. Цвет, который я буду использовать из палетки от Анастасии Beverly Hills – это Soft Brown. Сначала я помечу линию брови. Чтобы кисть рисовала более точную линию, я люблю держать ее под углом 90 градусов. Обычно хвостик брови я оставляю темнее, чем начало брови, чтобы бровь смотрелась более естественно. Не забывайте растушевывать цвет щеточкой, чтобы бровь не выглядела графично. Как я уже сказала, начало брови я оставляю светлее. Очень легкими движениями я стушевываю остатки цвета на кисти снизу вверх. Завершающий шаг – это нанесение консилера под бровь, чтобы подчеркнуть ее и убрать таким образом все недостатки. Я использую консилер фирмы NARS и кисть от MAC номер 195. Грубо говоря, обведите бровь консилером. Самое главное в конце растушевать консилер, чтобы он не бросался в глаза. Я это обычно люблю делать пальчиком. Затем я делаю тот же самый процесс в верхней части брови, но больше уделяя внимание хвостику. И вот моя итоговая работа от готовых моих бровей. Надеюсь, вам понравилось. И если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете мне задать в комментарии, я обязательно на них отвечу. Может, конечно, не сразу, но я на них отвечу точно. Спасибо, что подписываетесь на меня, и до скорой встречи. Всем удачи, пока!